Приветствую вас на канале 18 соток. Расскажу сегодня еще об одном сорте острого перца, который называется венгерский желтый воск. Этот сорт острого перца называется венгерский желтый воск. Это раннеспелый сорт. Растение низкорослое, около 25 сантиметров в высоту. Плод конусовидный, свисающий вниз. В технической спелости он желтый, в биологической становится красным. Толщина стенок этого перца 4 мм. Вкус плодов острый, от 5 до 15 тысяч единиц по шкале Сковилла. Все зависит от того, в каком состоянии зрелости вы собираете плоды. Он рекомендуется для употребления в свежем виде, в домашней кулинарии и для консервирования. Вот так выглядит перец в разрезе. Он довольно сочный, сладковатый на вкус. Мякоть у него сладковатая на вкус, но в то же время он довольно острый. На этом обзор этого перца заканчиваю. Заходите на канал, буду знакомить с другими сортами перца.